Подозрительная находка в многоэтажке Ленинского района подняла на уши все спецслужбы города. В подъезде жилого дома обнаружили странную поклажу. Люди подумали, террористы подложили бомбу. Полиция территорию оцепила, жильцов эвакуировали. Но когда опасный кейс вскрыли, удивились. Что оказалось внутри, знает наш корреспондент. Утро жильцов дома по улице Агалакова началось со звонка в дверь. Сотрудники полиции выводили людей из здания. Из 9-этажного многоквартирного дома эвакуировали 15 человек. На место ЧП прибыли все экстренные службы. Полицейские, сотрудники МЧС, ОМОН и кинологи с собаками. Милиция позвонила, говорит, выйдите, пожалуйста, на улицу. Я говорю, а что? Да там чемодан какой-то стоит. Ну, я вышла, тут люди выходят. Людей отвели на безопасное расстояние, стали осматривать территорию. Напуганные жители около 2 часов провели во дворе. Конечно, испугались. Они сделали с милицией обход, чтобы все вышли. Кто дома был? Из квартир. Однако не все испугались бесхозной сумки. Некоторые подумали, что в маленьком сером чемодане мусор. Это кому-то лень было, видимо, мусор вытащить, и вот сумку поставили, а люди вызвали милицию, а вдруг взрывчатка какая-то там. Известно, кейс пролежал в подъезде этого дома около 2 суток. Сначала жильцы на забытый багаж не обращали внимания, но потом решили, в сером кейсе может быть бомба. Сотрудниками ОМОН с применением служебной собаки данный предмет был осмотрен. В результате было установлено, что в чемодане находились личные вещи и предметы первой необходимости. Сейчас полиция ищет хозяина чемодана. Забрать свои вещи он может в райотделе Ленинского района. Анастасия Шкитина, Рамиль Газиев, 31 канал.